Ну и примеры позадавали, это же всего первый класс. Вроде в классе все понял, а сейчас ничего не понимаю. Говорили прибавить в эту сторону, а убрать в эту сторону. Ну да, вроде все понятно, но как-то все равно сложно. Ну, давай попросим Соню. Соня, помоги, пожалуйста, с математикой. Уже нету сил бороться. Да, Соня, помоги разобраться с этой линейкой, пожалуйста. Вы что хотите, чтобы я с вами позанималась как репетитор? Ну да, но ты же все-таки уже в пятом классе, 11 лет тебе. Хорошо, сейчас я подготовлю все нужное и приду. Готовьтесь, малышня. Чего Соня там так долго кабошится? Нам еще русский язык осталось выучить. Подожди, а еще в роль надо войти. Ты думаешь, учителем легко быть? Мне надоело ее ждать. Где она там? Соня! Скорее давай! Соня? Здравствуйте, учитель! Не Соня, а Софья Сергеевна. С этой минуты я вам Софья Сергеевна. Понятно? Хорошо, Софья Сергеевна, мы все поняли. Да. Руки на парту, спины выпрямили. И начинаем урок математики. Алло. Есть, Софья Сергеевна, начать урок математики. Так, дети, сегодня мы изучаем математику. Математика наука очень сложная. Руки ровно. Спину выпрями. Будете смеяться, будете стоять в остром, в тупом и в прямом углу. А в каком? Решает все математика. Кто туповат, тот будет стоять в тупом. А кто островат, тот в остром? Разговорчики! Математику должен знать каждый без исключения. Если он не будет ее знать, то вы не сможете посчитать деньги на мороженое. Не сможете посчитать, сколько слов в предложении. И сколько времени осталось до конца математики. Сегодня мы изучаем математику. Да, Софья Сергеевна, все понятно. Все понятно, Соня. Просто мы говорили тебе научить нас решать примеры на линеечке, а не читать лекцию о пользе математики. Мы думали, ты нормально нам все объяснишь. Доступно, как старшая сестра. А ты загрузила нас по самые уши. Ах, вам не нравятся такие учителя? Ну ладно. Будут другие. Ну чё, малявки, привет! Чё, математики не рубите совсем? К нулю? Меня зовут Софа. Сейчас помогу вам математике разрулить там всё. О, Софа, здорово! И вот это мне больше нравится. Вот это я понимаю, учитель. Хайпанём! Ну чё? Чё не понимаю, чё объяснить, малявки? Да вот по этой линейке не можем научиться считать. Вроде бы в школе всё было понятно, а сейчас ничего не понятно. Да-да. Какие линейки? 21 век на дворе. Калькулятор. Чик, чик, чик. Бац-бац, всё сейчас будет готово. 2 + 3. Пожалуйста. 6 - 2. Да пожалуйста, все что угодно. Можно даже с процентиками. Ничего себе. Так, Софа, калькуляторами нельзя
пользоваться на уроке. Учительница только линейки разрешает. Учительница им запрещает. А вы не пробовали под парту телефончик взять и под партой свои примерчики там считать? Малявки, всему вас учить надо. Ага, а если она увидит то, что ты под столом прячешь? Нет, Соня, нам такой метод не нужен. То есть сок. А ничего нету более безопасного, чем калькулятор и телефон? Ну что мне вам, объяснять, как счетными палочками считать? О, да, про счетные палочки. Про них учительница говорила. Соня, научи нас на счетных палочках считать. Ну, на счетных палочках, думаю, я еще помню с первого класса. Сейчас только пойду за ними схожу. А вообще, сами метнулись? Окей, как скажешь, систер. Держи, Софа. Учи считать нас. Ой, ну так уж и быть. Ну какой вам пример решить, малявки? Мне надо 7 минус 2. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, теперь, если 7 минус 2, отнимаем 2 палочки. Пум. И считаем, сколько остается. Раз, два, три, четыре, пять. 7 минус 2, получается 5. Хоть так, понятно. О, вот это я понимаю метод. Что же здесь непонятного? Все понятно. Спасибо, Софа, очень понятный метод. Только непонятно, что если большие цифры надо будет считать, так сколько нам палочек будет с собой таскать? Или спички коробками? А когда будете старше, в уме уже научитесь считать. И так легко. Спасибо, Софа, большое. Классный ты у нас репетитор получился. Все-таки круто иметь старшую сестру. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на наш канал, ну, Инстаграм и колокольчик. И подписывайтесь на канал нашей сестры. Всем пока-пока! Thank you.